Блин, я уже почти приехал. Вот тут уже теплее. Большой город. Ладно, пока освоимся, наверное, лет серии 10, наверное, пройдет, пока я до конца начну осваиваться. Твою мать! Уходит на моей яхте! Подвезите Франклина к яхте. Так, он не понимает, что я за ним еду, да? Эй, ты охренел, он аварию создает еще. Надеюсь, он меня не узнал, да? Эй, что за хрень? Ах ты, блинский. Как он залезет туда? Чё за эскадрон, блин? Давай, давай, ближе, 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 ближе! Вау! Да сейчас я ближе подойду, подожди. Что, мне за ним ехать тоже надо, да? Чтобы включить, отключить режим. Что такое было? О, опс. Это было интересно. Валяться. О, смотри-ка. Франклин начал работать на Майкла довольно неплохо. Кажется, завязится явно связи у них. Да что они долго биться-то будут там? Я не знаю, мне что, переключаться через него, из него надо, нет? Нет. А что они долго возятся так? Что мне нужно сделать с ним? Блин, надо, наверное, догнать. Да, получается? Ладно, поехали ближе. Вот так вот, нахрен. Гуд. Давай того тоже вали на. Используй, чтобы целиться во время езды. О, неудобно. Есть, я его завалил нахрен. Вот так вот. Хо-хо. Что будем делать дальше? Вали его нафиг тоже. Скинь его оттуда на. Вот так вот. Сзади! Вот так вот, нахрен. Переедем это. О! Мудилу! Майкл? Франклин, у тебя все нормально? Ладно. Я не знаю, что нужно делать? Продолжать ехать или что? Майкл не успел всех спасти, это ничего не понял. Так, повторить, давайте повторим. Что такое? Окей, теперь go find Jimmy. Так, я могу переключиться ведь с этим. Он недоступен! Давай, быстрее, 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 догоняй его нафиг! Да что ж такое-то, а?
Я попробую догнать. Попробую. Он одного скинул. Что же делать-то? Что же делать-то? Давай, догоняй, догоняй. Блинский! О, ё-моё. Давай, 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 двигайся, двигайся, двигайся. Да какого хрена ты тут встал? Блин. А переключиться могу? А, нужно, короче, надо ближе подъезжать. А, давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Короче, я не успел. Джимми погиб. Это сын? Подожди, надо, короче, что-то сделать сейчас. Давай поближе, подъедем. Нужно, короче, сейчас подъезжать ближе и спасать. Догоняй быстрее, блин! Сейчас, подожди, сынок! Какого хрена? Въехал наконец, как это задание выполняется? На, успеть, 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 успеть! Да что ж ты, блин! А, я уже доезжаю, 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 доезжаю! Да какого хрена он так гонит? Мама родная! Он догонит его! Так вот тебе наха. Прыгай! Вот пал, отлично. Так, сейчас надо спасти Фрэнклина, что ли, или чё? Ладно, с этим справились. Сейчас, подожди, 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 сейчас подъеду. Вот и все. Надо догонять, да? Продолжаем. Погоня. Че? О, нет, только не это, только не это. Какого хрена колесо спустило? Черт! Hey, it's just a thing. At least you still got a son. Hey, it's a chop shop back there, dog. You drive us there, we can get the ride fixed. Ё-моё, не получилось. Да, вы видите, только что я выполнил задание такое, которое сразу же не поймешь, как его выполнять. Но я справился. С третьей попыткой. Сынок, блин. I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, would you do me a favor and give this kid a ride home after they fix this thing? Hey, man, I want to headbutt the road in peace. Oh, great! Leave me with the home invader! I'll get it done, dog. No problem. Сам ты домушник. Enough, all right? Enough! Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thanks, man. Hey, man, we might be able to find a boat, you know? We ain't gonna find it. It's gone. Man, I can ask around. Don't worry about it. It's gone. Вы смотрите, реально большой город. Да, если можно летать на самолете, то просто круто, а? Great Ocean Freeway, you know? Fuck. I hate paperwork. Hey, so you, do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. No, not really.
This little shit stays in his room all day, and I don't have many other people to go with, you know? I like looking at it. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know? Let me... Кстати, на... с видом от первого лица я бы просто не смог догнать эту тачку. Так что это уж чересчур сложно. А мы сложности не боимся. Но тем не менее, что так, поворот нельзя здесь. А мне похрен. Разворот нельзя, поворот-то можно. Фу-фу-фу. Ну, блин, и задание вышло. Я бы хотел просто сходить посмотреть дом Майкла. Блин, как всегда получилось. Hey, this the place up here. I know this dude, man. His name Hal. He gonna look after me. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So you sure you're good? Yeah, I got this. All right. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good, though, man. You go and get your head right, all right? All right, listen, thanks for today. I appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. Ugh, you see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Come on, man, let's trick this whip, homie. Вас приветствует Los Cantos Santos. Заезжайте в гараж, чтобы починить или модифицировать ваше транспортное средство. Перекрасьте машину в мастерской, чтобы скрыться от полиции. Все. Пришлось поменять немножко себе. В принципе, перекрасить я бы не хотел. Я бы лучше улучшил машину, но не стал бы перекрашивать. Цвет классный. Так, ремонт. $0. Тормоза. Броня, тормоза, бамперы. Двигатель. Глушитель, капот. Окраска, номера, фары. Клаксон, пороги. Спойлер, подвеска. А что нужно починить-то, ёк? А, колеса, наверное, да? Давайте улучшим колес. Модификация колес. Ух ты, ни хрена все это стоит. Так. Черный дым, белый дым. Это пока не... Фиолетовый дым. Ладно, покрышки мы не будем делать. Так, смотрим дальше. Цвет колес, модификация колес. Колеса. Эксклюзин. Так, спортивные. Воу. Инферно. Deep Five. Но я думаю, что вот это я поставлю. Так, а что у нас с двигателем? Двигатель. Во, улучшим его. Что еще можно улучшить? Глушитель, бамперы. Давайте, чтобы не сдвоенный глушитель, чтоб сильно не орал. Так, капот, фары. Неоновый набор. Расположение неоновых трубок. Цвет неона. Цвет неона. Так, передний. О, вот это будет прикольно, белым цветом, да? Отлично. Все. Так, перемещение камеры. Нормальная машина? Как вы думаете? Мне кажется, нормально. Пойдет. Поехали отсюда. Фух. Сыночка нужно доставить домой. Доберитесь до дома Майкла. С видом от первого лица, естественно. Да. Вы можете скачать приложение i на смартфон или на планшет, чтобы модифицировать всю машину и создавать персональные номера. Охраняйте транспорт в гараже. Так, сохраняйте транспорт в гараже, чтобы загружать его в приложение iTunes для модификации.
Вечереет. Someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, fully. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. Nah, man. Well, maybe we good together, you know? Like, maybe we can get shit done we couldn't do separately. If it keeps him out of the house, that's cool by me. А мне знаете, что еще интересует? Чьими деньгами я расплатился за эту машину? Я не уловил секунду. По всей вероятности, Майкл сказал Франклину, что он может ее модифицировать как хочет, да? Ну, и, вернее, он дает деньги, что тот может ее модифицировать, так получается? Или Франклин заплатил свои деньги? Вот с этим вот проблема. Непонятка. Не хотелось бы машину ломать, только что починил ее. Сейчас будем к транспортным средствам относиться более аккуратно. Я как-то к этому делу относился не очень в те времена, когда я играл. Но в GTA 4, да, тот же, с Ника Белликом в главном. Поцарапал. Кошмар какой. Воу, стоять. Забываю про класс плуг, что можно... эту клавишу нажимать, чтобы ехать более-менее аккуратно. Так. Ты. Осваивание происходит. Я как-то побаиваюсь между машинами ездить пока. Да, это та самая дорога, по-моему, по которой я ехал. Потому что я помню, что было вверх. Этот дом я узнаю теперь уже точно, где живет Майкл. Еще раз говорю, я думал, что там живет не Майкл, я думал, там живет и его сын, что... Но, видимо, сын еще слишком молод, чтобы жить отдельно. Вы видели сами комнату Майкла, ой, сына его. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude, I get real crazy. Yeah, I got your number, shit, I need it, man. But, hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog, alright? Alright, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, because my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Пока. Так, отец и сын. Новые актеры разблокированы, новые контакты Майкл и Джимми. А как мне... похоже, возвращаться домой нужно, да? Кстати, далеко дом-то, нет? Ехать-то ведь, по-моему, очень долго. Так, последнее транспортное средство Франклина было конфисковано. Забрать его можно за небольшую плату. Чё? Как? Это в смысле, конфискованный это мотоцикл, который я украл, да? Угнал. Вернее, не угнал даже. А мне его подарил парень. Так, а ехать-то до туда далеко. Или это которая... так, йо, Франклин... Чё он... Чё-то мне пишет, что ли? Йо, Франклин Штейн, я тебе добавил в лайф... Инвада Вейдер, принимай приглашение, пиши, когда хочешь, брателло, когда хочешь, и мы затусим. Покеда, Джейс. Да пошел ты. Так, Ламар еще писал мне. Как же туха, зануда. Можешь взять тот багер, что мы угнали. Оставил твоей тетке.
Ладно. Хорошо. Все просто хорошо. Так, ну что, повыполняли кое-какие миссии. Познакомились с Майклом более близко. Парень тоже себе на уме. Ну, ходит к психологу, сами знаете, да? Так что возвращаемся домой. А как и где конфисковать свою тачку? А вот это что, кто у нас, кстати, вот этот вот парень под буквой P? Интересно. Угонять машину я не буду. А такси я же могу вызвать, да, наверное, или нет? Так, подожди. СМС, список. Доступные задания, приложения. Нет, это не то. Контакты. Такси есть? Дирижабль. Я могу заказать дирижабль. О, такси. Поехали на такси. Че я буду? Пешком ходить сегодня, на самом деле. Так, ну что, на какую сторону? На ту сторону перебираемся. Где? Жду такси. О, такси едет. Чтобы сесть в такси на пассажирское место, чтобы угнать такси. Нет, мы сядем на пассажирское. Едем домой. Выберите цель. Что он сказал? Куда он меня везет? Домой? Так. Пропустить дороже. То есть даже пропустить можно за деньги. Ну ладно, мы поедем до конца. Мне просто интересно покататься в такси. В этой игре попервой, конечно же. Потом я просто буду заплачивать больше денег, чтобы пропустить вот эти вот поездки. Он же меня домой везет, да? Чё? А на кой хер я? А, выход. Нет. Ладно, поехали. Это я на паузу нажал. Что такое было? Полиция? Ладно, прокатимся на такси. Он меня везет домой, да? Я прав? Да, на такси, между прочим, ехать гораздо тише, потому что, ну, он соблюдает все правила, это естественно. А чё, субтитров нет? Эй, ты куда меня везешь? Я думал, ты меня домой везешь. Какого хрена? Я приехал обратно. Короче, давайте едем уже более... Я приехал обратно. На кой черт спрашивается? Ладно, давайте вызовем такси. Еще раз. И едем уже домой. Давай быстрее. Откуда бежал, туда и вернулся, да, на машине. Класс. Ждем такси. Такси. Вон она, по-моему, едет, нет? Нет. Надо просто повнимательнее вести себя. Где такси? Я не понял, блин. Какого хрена? Где такси? А, вон он. С той стороны стоит. Опять ты, да? А, нет, это другое. Так, куда едем? Выбрать цель. Выбрать цель. А как выбрать? Сменить цель. Сменить цель. Так, АД. Так, вот она. Мы едем домой. Стрип-клуб. Стоянка конфискона. Франклин. Да, вот сюда вот едем. Короче, едем домой. Фух. Едем домой. Наконец, я сейчас... прочухал, как это все делается. Езда на такси.
Конечно, с этим надо разбираться. Интересная штука. Разбираться в таких мелочах. Кто это там? Ти-т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 и
Да, сейчас придется долго сидеть на светофоре по той причине, что, блин, ну... Это ж не я за рулем, да? А можно, кстати, угнать такси, вы видели, да? В этом... Поторопить, как я могу поторопить, если там зеленый цвет не загорел еще? Поехали, ну чё? Давай. Эй! Поехали. Я его тороплю, нафиг, больше не буду торопить. Слишком уж небезопасно такое торопление. Ну ладно, на, попробую все равно. Тем не менее, довольно интересно. Так, ну что, едем, нет? Красный цвет. Нет, я думал, таксист один и тот же, а я же сам поставил в настройках, что у меня максимум выбора персонажей, то есть город, лица, разность лиц 100%, то есть абсолютно разные лица. В городе совпадение будет как можно меньше, наверное. Ну ладно, эй, блин, как же можно убавить скорость? Обратно нельзя, да, уже никак. Я поторопил его, и он начал гнать, как этот, как бешеный. Так, с третьего лица. А, вот так вот можно, да? С видом от третьего лица. Он даже фару себе сломал. Охренеть. Плаза. Рокфорд Плаза. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Интересно, какую машину у меня конфисковали? Это, наверное, вот именно ту, которую я сейчас угнал недавно, да? Вот, как она называется? Ну, телевизионная, это вот эта вот большая тачка, которую я пытался доехать. Надо было ее в гараж завести. Да мне нафиг не нужна, на самом деле. Так, некоторым людям в Сан-Андреасе нужна ваша помощь. Они будут отмечены на радаре, когда вы будете поблизости. О, что-то было. А что я сейчас делаю? Я еду на такси. В следующий раз. На красный свет, да, гонит? Поторапливает меня. Правильно, чё? О чем речь-то, конечно. Да, о, магазин. Ха-ха, смотрите, он заделал окно жалюзями. То окно, которое я разбил, в которое я приехал. Офигительно. Круто. Да не гони ты так, ё-мо. Ладно, на этом, наверное, серию будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Все только начинается. Пока, ребят. Пока. Пока.